Добрый день, друзья! Сегодня хочу рассказать о таком вот девайсе, который у меня появился недавно. Ну, это не мое изобретение, это не на продажу. Это я скопировал это устройство у другого человека. Сайт внизу я помещу, если кому интересно. Значит, мне сделали это все из нержавейки. Зацепы вот такие из нержавейки. Вот, огромное спасибо этому человеку. Человек сделал мне это практически бесплатно все. Вот. Александр, большое спасибо еще раз. Итак, вот этот зацеп я покупал в ВВ-мастер давно. Значит, он выполнен из дюраля, из какой-то. Значит, если вы тут видите, краешек, полочка, тут немножечко она подстерлась, потому что у меня есть большие клипсы с металлической головкой. И обратно молотком их приходится тянуть. Вот. И металл об металл подтирается немножко. Мне вот сделали 5 штук. Вот таких вот из нержавейки. Я думаю, мне их хватит на всю жизнь. Ну а теперь о самом этом устройстве. Значит, вот я уже одел на мини-лифтер. Сделал вот здесь вот на краю вот такую вмятинку. И сейчас буду пробовать делать. Значит, работает это вот таким образом. Вот я немножко подтянул. Надо двумя руками, у меня в одной телефон в руке. То есть я просто показываю, как это работает. Наконечник одел там тоже авитуловский, первый попавшийся. Можно пластиковые одевать, можно плоские, там еще какой-то формы. Как угодно. В общем, я вот кромочку подровнял. Но я тут без лампы так чисто посмотрел ход. Вот этого нижней насадки хватает ли хода. Ну, верхний барашек подкручиваешь, подтягиваешь, подкручиваешь. То есть можно тут, можно выбрать, я так на грубую. Вот, потому что я размеры чисто так наугад сам брал с фотографии, и все. Ну, вроде все получилось, все нормально работает. Вот. Что еще хочу в заключение сказать, что показал я эту приблуду Юрию Борисовичу. Оказалось, у Юрия Борисовича есть свое приспособление, которое в 100 раз проще и гениальнее, и легче изготавливается. Вот. И применение там более широкое, чем вот у вот этой вот штучки. Так что могу сказать, что, как говорит Юрий Борисович, дерзайте. Все в ваших руках. Можно и такое сделать, можно что-то другое. Но главное, чтобы это работало и облегчало, ускоряло работу.